Привет, мои юные пранкеры, Кента ПК на проводе, и, ребята, сегодня мы будем разыгрывать моих подписчиков. Так что, ребята, ставьте огромный лайк и подписывайтесь на мой канал. Ребят, просто без лишних слов. Лайк, подписка, комментарий. Все. Мы начинаем. Ребята, всем привет, я Кента ПК на проводе, и прямо сейчас будет очень жесткий троллинг. Ребята, смотрите, короче, красная команда толкает тележку до базы Б. И в чем суть этого режима, ребята? Они просто должны дотолкать сюда, и они победили. Но они ее не дотолкают, ребят, они ее в жизни не дотолкают. Знаете почему? Типа, если встать вот тут-то, то ракету нельзя дотолкать до конца. Блин, ребят, ну это весело. Так что давайте встанем тут и будем ждать их. Они идут. Ох, ребят, сейчас, короче, будет весело. Ой-ой, мне страшно. Так, а ну-ка. Народ, смотрите, тележка встала. Это Релибах, чувак, пишет. Ой, блин. Давайте напишу. Это консольная команда. Так, ой, блин, ребят, они, походу, вообще не понимают, что происходит. Я просто не представляю, что, ребят, творится в их голове. Типа, как так? Ну, мы же дошли до конца, что это такое? Чё за... А ну-ка, сейчас спрошу, вы дотолкали, а ну-ка? Вы дотолкали? А ну-ка, вы дотолкали? Пацаны просто в шоке, пишут «почти». О, смотрите, смотрите, ребят, смотрите, смотрите! Пишут, все, дотолкали! Ой, Ор, чё за баг? Чуваки просто в шоке. Они не понимают, что происходит. Я им напишу. Это я вел консольную команду. Это я вел... А ну-ка, консольную команду. Чуваки пишут, почему не идет дальше? Вот это Ор! Это я вел консольную команду. Он там, ребят, он там, смотрите. Пишут, ты читер, ага. Ох, ребят, Кента пока такой читер. Ребят, вы бы знали, ты реальный читак. Да, ребят, это я. Это я, Кента пока. Ребят, кому надо читы за 2 рубля, пишите в комментарии. Кента пока вам все продаст. Короче, ребят, очень прикольный пранк. И я советую пошутить так над вашими друзьями. Ну что же, в принципе, ребята, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, ну и напишите хороший комментарий. С вами был ваш Кента ПК, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока!